Сандера, вид снизу. Железо. Тут тормозные трубки прикрыты. Машина ездит с 12 года сначала. Ну, естественно, тут все ржавое. Так. Бак. Такое ощущение, что пластиковый. Тепловые экраны. Задняя балка. АБС нет, есть тут вот где-то регулятор тормозных усилий. Это пескоструя она. Так, пескоструя она тут все. Но тут все замазано какой-то хренью. Антигравием, наверное, кем-нибудь. Тоже. Так, самое интересное это вот. Это рычаг КПП. Вот такой вот, блин, рычаг КПП. Тут резинка уже свалилась. Вон там видно пластиковый шарик. Такое вот чудо инженерной мысли. Да, нигде еще такого не видел. Ой. Так. Ну вот от КПП. Эта хрень идет вот туда. На коробку передач. Но передачи переключаются хорошо, в принципе. Так. Отвалился. Крепление глушителя. Это плохо. Глушитель есть ржавчина. Это катализатор тут, наверное, такой децильный. По подвесочке. Что-то вот тут брякает с этой стороны. Сайлент блоки. Вроде ничего еще. Но скорее всего, наверное, шаровая. Вот вид снизу. Рулевая рейка. В принципе, доступ к рулевой рейке вообще отличный. Прям тут на подрамнике висит. Так, ну, тепловые экраны, естественно, тут везде. Подрамничек. Так, это у нас вот то ли подтекает. Я тут менял этот, как его, термостат, и здесь сливался антифриз стек. Вот думаю, вот это антифриз, а не масло. Что вот трубка тоже вся в антифризе, а не в масле. Тут тоже. Этот рычаг. Так, и после ДТП. Вот тут вот. Обломала все эти штуки. Так, ну это, наверное, подкрылок. Как я понимаю. Да, это подкрылок. Переднее правое колесо. Вот это вот грязевой щиток. Ремень ГРМ. Он тоже сломан. А вот это вот крыло. Вот
лопат снега. Как узнать, что пришел ступичный подшипник? Ну, во-первых, гудение очень хорошо слышно внутри, когда едешь на скорости там 60 где-нибудь. Ну и что проверить, поддомкрачиваем. Колесо у нас свободно крутится, причем уже крутится плохо. Подшипник. Ну вот слышите? Это шумит подшипник, и колесо уже плохо крутится. Значит, подшипник уже точно приехал. Ну и плюс так вот колесо пошатать. Люфт есть. Это колесо на подшипнике люфтит. Надо менять. Заодно еще, наверное, надо менять передние тормозные диски. Плюс колодки, потому что они тоже уже приехали. Видно будет, не видно. Вот тормозной диск. Огромный и огромная выработка. Ну а колодки тут не посмотреть, на колесо снимать. Так, амарты тоже приехали. Текет. Тоже бы под замену. Такая вот, блин, офигенная машина. Рено надежная. Ладно, сейчас с другой стороны подомкратим. Посмотрим с той стороны колесо. Не люфтит ли. Может сразу оба подшипника менять. Вот люфт, не знаю, вам не видно, наверное. В общем, колесо сзади на этой же стороне крутится отлично, шума нет, гудения подшипника и люфта тоже нет. Тут все хорошо, амортизатор там тоже сухой. Она, конечно, подкрылок бы снять, чтобы посмотреть. Но мы этого делать, конечно же, не будем. Втулки задней балки тоже нерваные, видно. Запасочка висит. В общем, тут все окей. В общем, это уже другая сторона. Переднее колесо. В общем, что мы тут имеем? Текущий амортизатор. Очень туго крутится колесо. Прям вообще не должно так быть. Я вот с трудом его прокручиваю. Какой-то черный налет. Это износ чего-то идет. Скорее всего, наверное, колодок. Надо снимать колесо, смотреть, что там происходит. Но люфта нет. Подшипник еще живой. Но очень туго крутится. Тормозные диски тут тоже под замену. Вместе с колодками. Но тут уже надо разбираться. Этот черный налет. Этого не должно быть. Ой, вот сколько. Это что-то не того с колодками. Сильно греются. Вон, смотрите, сколько. Рено, отличная машина. Не электрика. Точнее, электрика глючит и... И по железу хрень полная. Ладно, то еще сейчас колесо посмотрим. Ну и заднее, последнее, четвертое колесо. В общем, крутится отлично. Амортизатор там видно сухой. Люфта никакого нет.
сайлент-блоки. Задней этой балки нормально все, все хорошо. Вот последствия ДТП. Тут вот вмятина. Видно, не видно, фиг знает. О, тут вот краска сбита, помята. Тут вот вмятина. Заплатили за ДТП, за ремонт этого, замена переднего бампера, но я его не стал менять. На нем трещина. В общем, за замену заднего бампера. Нет, трещина. Нет, с этой стороны вот трещина. Вот, трещина. Вот это вот еще плюс разбито. Но я ее обратно вот сюда поставил, а туда была. В ту сторону вдавлена. Здесь вот разбита она. Я сеточку приделаю мелкую, как у меня стояла. Все будет нормально. Че еще? Ну, за замену колпака. Вот это тоже под замену была, потому что она поцарапана. Вот здесь вот. Ремонт крыла. Задний бампер. Тоже трещина есть. Вот здесь вот. Но она не сквозная. Поэтому только ремонт. В общем, за все это заплатили 22 тысячи с половиной. 22 тысячи 500 рублей. Естественно, я бампера не буду менять. Крыло. Да смысл? Лето будет, вот эту сниму, с той стороны выдавлю. Все обратно встанет. Тут чуть подкрасим. Вот и все. А, еще колпак тоже поврежден. За него тоже заплатили. В общем, эти 22 тысячи потратим на ремонт передней подвески. Такая вот машина Рено надежная. Ну фиг знает, наверное, еще в подвеску-то не лазили. Сколько сейчас? 90 тысяч пробег. По электрике все так же, что-то глюки какие-то. Но сейчас потеплело. Вроде более-менее нормально стало заводиться. Вот так вот. Ну вот сейчас переднюю подвеску надо будет ремонтировать. Ступичный подшипник, я думаю, мне самому не снять. У меня нет съемника. Тормозные диски, колодки сам поменяю. В общем, вот так вот. Все, всем пока.